как уютно работало радио, вернее, ютубчик смотрел мой великий друг, когда я в свою новогоднюю командировку у него ночевал. Как ночевал? Я прерывисто спал, а в соседней комнате он уютно так очень у него периодически включалась передача. Он спал урывками. То есть где-то минут 15 поспит, а минут 15 ютуб слушает. Вот я уже в своем поселке. Сейчас приду и измерю, сколько это по времени получилось, эти 6 километров. Ну так, я сам скажу себе удовольствие. Опять же, вот запах какой-то цветов сразу мне навевает на воспоминания. Как-то чуть-чуть становится хорошо на душе, а потом снова здорово. Вот здесь, кстати, у нас участок какой-то, видимо, на продажу или что. Не знаю. Короче, он, видите, без забора. У меня брат все хотел его купить. Хочет. Ладно, потом я уже выйду еще, может, вечером покажу угловой дом. Вот там вот, в углу леса. У леса, кстати, прохладнее заметно. И хотя у него, конечно, с освещенностью не фонтан, но зато от жары спасает. Все, сейчас отдохнем. После еды поспим, выпьем кофе и станет легче. Это у нас тут хиппи. Какие-то опасные люди тут живут. Их сейчас нету. Не знаю, как-то вот от них какая-то атмосфера веет. Какой-то озлобленной агрессии. Ну, флаг не случайно висит. А это местный Гермингаст. Эх, как бы мне бы довелось в этом доме побывать. Надо спросить. Кстати, весьма символично. Хозяйку зовут Лариса Васильевна. Что, я в гости буду напрашиваться? Не знаю, посмотрим. Все, я сворачиваю свою улицу. Мы финишируем, ребятки.